Твери провели совещание по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Сейчас утвержден и разработан план мероприятий для борьбы с возможным проникновением китайского вируса. Определена база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. В частности, рассматривался случай обращения 4 марта в частную клинику мужчины с диагнозом пневмония. Сотрудники заподозрили у пациента коронавирусную инфекцию. Клинический материал отобран и доставлен в микробиологическую лабораторию для исследования. Результаты и окончательный диагноз станут известны в скором времени. Кроме того, специалистами Роспотребнадзора по Тверской области проведена заключительная дезинфекция по месту обращения в медицинское учреждение, по месту проживания пациента и санитарного транспорта, которым пациент был доставлен в больницу. Проведена вся работа, приехали сотрудники скорой медицинской помощи, экипированные в специальных костюмах, как это, собственно, сейчас по регламенту и необходимо. Дальше человек сдал необходимый анализ, размещен в мельцеровском боксе в Калининской ЦРБ. По данным Роспотребнадзора мы получим заключение относительно того, что за возбудитель инфекции у нас находится у этого гражданина.